Всем доброе утро, да, у меня доброе утро. Я вот как только проснулась, сразу поехала в пункт выдачи Яндекс.Маркета забирать свою мечту детства. Надеюсь, она доехала хорошо, спокойно, цело. Держим пальцы крестиком. Ой, надеюсь, все целенько. Ребята, это внеплановое видео, но я не могу уже терпеть, не могу уже ждать. Я хочу поскорее распаковать этот свой гештальт. Это уже невозможно терпеть, так что давайте приступим. Всем привет, сегодня с вами снова ваша Маша. И сейчас мы сделаем очень важное дело. Об этой вещи я мечтала прям с самого детства. У меня даже есть фотографии детские, где я играю с этой игрушкой. И мечтаю, чтобы у меня тоже такая появилась. Но, к сожалению, она у меня так и не появилась, будучи в детстве. У меня были какие-то подделки, но я же теперь взрослая, я могу себе позволить. Короче, не буду вас томить, это Барби. Но это не простая Барби. Это Барби адвент-календарь. Но это еще не все. Эту Барби я купила по уценке. Смотрите, уценка для продажи. Я ее купила на Яндекс.Маркете. Я думаю, вы по пакету это уже поняли. И мне было интересно посмотреть вообще, как выглядит уценка на Яндекс.Маркете. Потому что такой неуцененный стоит около 20 тысяч рублей. 19 там с копейками. Можно, конечно, на Авито найти по более адекватной стоимости. Я еще на Озоне видела более-менее цену, но по уценке я ее взяла за 4500. Вы представляете, 4500, разница колоссальная. Но она запакованная, причем очень хорошо. И запакована так, то есть запаян. Вот этот весь пакет запаян. То есть открыть ее и закрыть потом невозможно. Ладно, давайте не будем разглагольствовать и приступим наконец-то к этой распаковке. Господи, неужели это произошло? Да, если вы видите, я думаю, у вас кадр попадает. Короче, у меня вот здесь вот стоит штатив, чтобы я снимала еще сверху. И этот штатив сегодня у меня сломался. И теперь в итоге вот это вот место держится у меня исключительно на скотч. Я, конечно, заказала сейчас замену, но это смешно. Смотрите, какой он классный. Здесь немножечко типа а-ля приоткрыто окошечки. Вот, здесь вот почти приоткрыто, здесь почти приоткрыто, здесь. Но это, честно, не важно. Не важно. Ох, господи, божечки мои. Сколько здесь у нас номеров, проверим. Я вижу 23, 24, вот большими буквами здесь написано. 24 сюрприза. Мы, естественно, не будем ждать 24 дня. Да зачем нам это надо? Давайте открывать это сейчас. И где у нас номер один? Вот номер один. Открываем. Ой. Голова. Голова, божечки мои. Ну да, это у меня здесь такая Барби, которая в костюме, в ростовом костюме. Это очень странно, но это интересно, как бы забавная история. Дальше у нас идет номер два. Так, это что-то необычное. Это одежда. Это одежда, сзади она, ну как обычно, на вот этих штучках, липучках. О, а внутри она розовенькая, прикольно. Такая, кстати говоря, качественная одежда. Ну, сразу видно, оригинал. А как пахнет? Давайте понюхаем. Ну, чем-то с завода. Окей, это, видимо, у нас к этому ростовому костюму идет. Так, второе, третье. О, ботиночки! Силиконовые ботиночки. Нет, это не ботиночки. Или это ботиночки? Подождите. А, это ботиночки а-ля копыта. Это странно. О, господи, какие они странные. Очень странные. О, сердечки. Четвертый номер, вот он. Что-то опять из одежды. А, это штанишки. Ой, Барби-то у меня дрыщ. Смотрите, какие маленькие штанишки. Малюсенькие. Слушайте, ну качественно сделано очень. Причем у нее клешики. Она модная девчонка-то. О май гад, здесь есть лейбл Барби. У-у-у, крутяк. Окей, это был номер 4. Давайте открывать номер 5. Опять ботинки. Это очень странный. Подождите, или те были не ботинки, те были руки. Это очень странно, это копыта. Тук-тук-тук-тук-тук. Здесь написано Барби. Вот это прикол. Здесь Барби, а здесь копыта. Очень странно. Ладно, Маша, ты сама такой адвент купила, что поделать. Пятый номер, шестой. Шестой. Здесь у нас маленькая такая собачка, походу, это или животинка какая-то.
маленькая. А у меня голова крутится. У нее еще и голова крутится. Ой, я ей глаз стерла. Ой, у нее стираются нарисованные глазки. Придется дорисовывать. Смотрите, она стала непонятно одноглазая. Прости, пожалуйста. Ну ладно, дорисую. Это как бы не критично. Окей. Шестой. Хорошо, открываем седьмой. Номер семь. Номер семь. А где сама Барби? Еще какое-то животное. Я надеюсь, у него глаза не будут стираться. Вот такой маленький олененок. У него тоже наверняка крутится, да, крутится голова. Вот у него пока с глазами все в порядке. Я не буду пока ничего делать. То есть его трогать и так далее. Глаза в порядке. Восьмой номер. А, вот он большой. Это что? Это расческа. Расческа Барби снежная. Ой, это что такое? Это, наверное... А, это, наверное, отсюда. Это расческа, девочки. Прикол. Можно расчесываться. Но я-то не расчесываюсь, мне нельзя расчесываться. Если я расчешусь, я буду очень пушистая. Есть расческа, будем расчесывать Барби, если она здесь вообще есть, потому что мы пока ее не нашли. Девятый номер. Ой, это что-то необычное. А, это серьги. Это маленькие сережки. Супер-микро-сережечки. Номер 10. Еще одни сережки. Маленькие розовенькие серьги. Вот такие халюсенькие-то. Вот тикать-тикать-тикать. 11. Так, одежда. Нормальная. О, какое платьишко. Платьишко Снегурочки. Какое симпатичное. Какое миленькое с меховой оборочкой. Застегивается сзади. Хорошенькая. 12. О, еще одежда. А, шарфик. Ой, какой прикольный. О, какой модный. Ого, вот это шарф. Вот это мощно, да? Шарфище просто. Где 13-й? А, вот. Бедный 13-й, ушатанный. Что это такое? Достать. А, это ободочек. Это такой маленький ободок. Но я думаю, для Барби подойдет. Где Барби? Ребята, где Барби? Мне нужна Барби. 14. 14 номер смешной. Это кокошник. О, господи, кокошник у Барби. Прикольно. Кокошничек. Надо же, не ожидала. 15. Это что такое? Это тарелка с печенюшками. Тарелька с печеньками. Какая смешная. 16. Так, а где Барби? Мне нужна Барби. Это дня аксессуары. 16. О, прикольно. Это у нас коктейль. Такой миленький коктейль. Тику-тику-тику-тику-тику. 17. А, вот она. Ух ты, сумочка, походу. Похоже на сумочку, да? Похоже, что это сумочка. Ну, или клатч. Да, похоже, что это сумочка. 18. Ой, это что такое? Что это такое? Что это такое? Я не понимаю, что это. Ну, похоже на миску для животных. Похоже, что это миска, да? Но это не точно, как бы. 18-й, 19-й номер. Это подарок. Пьюк. О, смотрите. Тинк, тинк, тинк. Ой, хорошо, так у него есть какой-то фиксатор внутренний, что он закрывается. Держится, видите? Оп, классно. 20-й. Я хочу Барби в конце-то конца. Вот это да. Вот это бот. Ой. Вот это боты, конечно, мощные. Классно. Ой, как необычно. Сзади тут разрезы. Смотрите. Видимо, чтобы удобнее было надевать на ножку. 20-й. Мы почти в конце, девочки. Это был 20-й номер. 20. 21. Ой, 21 уже почти открыла. Так бывает. Ух ты! Какие классные туфельки! Вообще просто такие миленькие. Вы посмотрите. Какие миленькие тюфельки. Чоботы. Тик-тик-тик-тик-тик. Пушка-бомба, ракета-петарда. И на подошве буквочка Б, конечно же.
Конечно же. Блин, чувствую себя реально как ребенком, который дорвался. 22. О, еще одни чоботы. Вот это, конечно, да. Вот это протектор. Вот это мощно. Вот это прям стилево. Стильные какие чоботы. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Да, Барби у меня будет модно, если я, конечно, ее найду. Вдруг здесь нету Барби, и здесь только вот аксессуары. Окей, 22, 23. 23. Здесь у нас... Что это? Что это такое? А, это жилетка. Вот такая странная, типа из овчины жилетка. Это был 23, 24. О, еще какая-то одежда. Ой, какая красивая юбочка. Просто потрясающая. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Классная. Вот это, конечно, круто. Такая новогодняя. Ю-у-у, круто. Так, а где Барби? А где Барби? Боже мой. Ладно, до меня когда утки на 10-е сутки. Ну хорошо. Самое классное, самое кайфовое. Вот она, Барби. Ой, боже мой. Что? Моя Барби. Моя Барби. Какая-то бумажка, оказывается, тут ушла в наборе. Окей. Какая она кайфовая. Ой, какая классная. У нее какой-то современный макияж, посмотрите. Такой прям агрессивный, я бы даже сказала. И, кстати, обратите внимание, она в купальнике. Что, Барби теперь в купальниках изготавливают? В моем детстве они были без купальников. Но у моей сестры было просто много Барби, и я как раз с ее Барби играла, восполняла вот этот вот эту нехватку. И удивительно, но это в купальнике. Неожиданно. Еще и купальник, смотрите, какой зимний, со снежиночками, но зато розовый. А еще обратите внимание, какие у нее ноги. В моем детстве опять-таки были другие ноги. И еще, смотрите, это не самый прикол. У нее прямая стопа. И она не изгибается. А как так? А что, что-то поменялось в этом мире? Барби стали с прямыми ногами и в купальниках? Что? Я, кажется, что-то пропустила. Ну ладно, хорошо. Это моя первая Барби. Да. Хорошо, давайте ее, наверное, оденем. Оденем эту прекрасную женщину с этими невероятными розово-бело-голубыми волосами. А что у нее руки так странно стоят? Ладно, может, она типа вот так вот на бедра положила. Вот так вот. Ой, прикольно. Я играю в куклы. Блин, мне 40 лет, я играю в куклы. Ну и пофиг. Главное, что мне нравится. Я кайфую. Я просто кайфую. Хорошо, давайте ее оденем. Чем мы ее держим? Во что мы ее оденем? В ее костюм смешной одевать я ее точно не хочу. Вот в этот вот непонятный какого-то монстра. Или кто это? Ага, расчесочку. Что у тебя заплели, запутались-то? Пока ехала, что делала-то? Вся волосы запутанные. У нее лезут волосы, девочки. Ей нужно срочно маску с кератином и с коллагеном, восстанавливающую. А, это ожерелье. Это не, это на шею надевает. Кокошник. Ожерелье это, Маша. Ай, красота. Ай, красота. И сумочку. Эй, вернись, я все прощу. Не, ну этот свитер мне не нравится. Что-то давай мы тебя переоденем. Ой, хочется теперь ей еще купить одежды. Хочется пальтишко и какое-нибудь, знаете, модное. Что-нибудь еще такое прикольное. Ну, я, наверное, закажу себе потом еще Барби такую с нормальными ножками. Ну, по классике, чтобы там все было. А это какая-то современная Барби от таких. Я к такому была не готова. Вот такая у меня получилась Барби. А, еще же у нее есть шарф. Ну, шарф сюда не пойдет, да, наверное? Можно, в принципе, еще вот такое платьишко примерить, красивешное. Еще вот странные чоботы. Странные для рук штуковины. Очень странные. Животные, у которых стираются глаза. Очень странные. Прикольные чоботы еще одни.
туфельки беленькие классные, ожерелье, еще одни сережки, коктейль, прикольно, миска для животных, коробочка с подарочками, печеньки. Вот такой у нас получился набор. Ну, я так рада, я так рада. Я, конечно, немножечко обескуражена, что это какая-то интересная Барби с какими-то другими руками и ногами, и коленками. И то, что она в купальнике, это уже меня очень удивило. Но в целом я рада. Но я хочу еще. Все, походу, эту машину теперь не остановить. Теперь я, походу, буду скупать Барби, и мы по поводу и без. Вот такая была распаковка. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся обязательно в следующем видео. Пока-пока! Ты моя красавица теперь! Вот такая вот. Надо тебя куда-нибудь посадить, наверное, рядом с моей серебряной кнопочкой. Будет для тебя идеальное место.